Солнце здесь не Мы на седле. Сегодня 8 августа. Мы идем на вершину Эльбруса. Алиса и Лена. И Ростислав. Мы начали в 3.31 с 4.750 с остановки Ротрака. Здесь примерно 5.350. Время сколько? 50. Ну, я думаю, в 10 будем на вершине. Много людей, порядка 280-300 человек сидит, пытается подняться. Я насчитал 126, когда мы ехали на ротраке, которые шли пешком, и около 15 ротраков. 12 ротраков я насчитал. По дороге на вершину Эльбруса метров 120 или 100 до подъема осталось, наверное, 120. Наверное, многодетная женушка и 14-летняя дочка приближается к вершине Эльбруса 8 августа 2019 года. И копию уменьшил, сделать захотел, старался. Эльбрус, конечно, женщина, вершины, ее грудь. Конечно, это грудь, бесспорно, это грудь. Алиса. Об этом деревенщина, ты помни, не забудь. Поднялись на Эльбрус в 10.10, вышли в 3.30 высоты 4.750, куда нас доставил ротрак. Это вот восточная вершина, 20 метров ниже, чем западная. Сегодня 8 августа, больше народу на Эльбрусе, чем когда-либо я видел здесь. Не менее 200 человек поднялось по моим оценкам, и как минимум 300 человек пыталось подняться. Вершина Эльбруса. Пятый раз я на ней, но ничего подобного я не видел, даже близко. Не менее 200 человек поднялось сегодня, 8 августа 2019.
3000 стоит спуститься. 500.